Ну, погнали, значит, посмотрим, что за задание. Главный вход платформы Скайгер хорошо укреплен. Прежде чем атаковать лабораторию, нужно уничтожить оборонительные силы тиранов. Заразитель. Наверное, под контроль берет или что? Сейчас позырим. Особо мощные единицы противника, такие как Тор, крейсеры и иную тяжелую технику. Этот лифт – единственный способ проникнуть в лабораторию, а также второй по охраняемости объект во всем Доминионе. У них много морпехов. Они послужат материалом для нашей армии. Наши заразители внедрят верофагов в эти гарнизоны. После заражения я использую инфицированных тиранов, чтобы расчистить площадку для десанта. Мы высадимся, прежде чем доминионцы успеют среагировать. Так, Никос. Зарази морпехов микозом. Тогда они не смогут сдвинуться с места. Заразители могут двигаться дальше. Верофаг сам инфицирует окрестные здания. Мне нужна эта банши. Паразитического подчинения можно взять под контроль тяжелую технику Доминиона. Береги всех доминионских сволочей!
Создателя закончилась энергия. Чтобы восстановить ее, он может поглотить другого зерга или зараженного тирана. Что это поглощение С? Ну это лютая тема. Заражают комплекс. Открыть газ. Моя королева. Газ уничтожает зараженных тиранов. Мы в любое время можем заразить новых. Пусть они убивают друг друга. Химическое оружие. Эффективное средство уничтожения. Резервы Доминиона закончатся. Газ нестабилен. На синтез нужно время. Тогда мы и продолжим атаку. А пока мы останемся здесь и будем защищать верофагов. Моя месть свершится. Мы адаптируемся. Так, газы, короче, ни хрена я не понял. Это мой. Так, близнецы рабочие, должно быть больше сейчас. Так, немного непонятно. Ну, газ закончится и что? Что-то будет или что? Твоя королева слушает. Во-первых, этих она не лечит. Убейте зараженных! Это единственное, чем мы можем им помочь. Говори. Уничтожьте врага до того, как он доберется до верофага. Время пришло. Все падут перед роем. Да. Союзников под угрозой. Зергов пока понапилить. Так, что построим? У
доминионцев закончился газ. Чтобы восстановить подачу газа, понадобится время. Атакуйте вместе с зараженными. Убивайте всех на своем пути. Моя месть свершится. Так, тараканов поставим и гнездо гиблингов. Моя месть свершится. Так, гидролиски. Заразительская яма. Есть шпиль гидролизки. Доминион начал подавать газ. Зараженные погибнут. Готовьтесь к нападению. Защищайте верофагов. Так. Платформа сама себя не очистит. За работу! Говори.
Моя месть свершится. Разумеется. База союзников под угрозой. Доминион проводит эксперименты над живыми зергами в этих лабораториях. Если разместить здесь опухоль, можно заразить их и получить хранящуюся внутри биомассу. Вот это нормальная тема, я понимаю. Так, ну без пены, конечно, мало. Выжим все до основания, пока они снова не полезли. Что на этот раз? Разумеется. База союзников под угрозой. Я чувствую, что рядом есть другие гарнизоны. Зарази их, и они станут частью роя. Твоя королева слушает. Опухоль атакована. Улучшение завершено. Тиранов закончился газ.
защищайте лабораторию! Мы карающий меч Доминиона! Так, что у нас вообще? Можно. Все, в принципе, открыто. Роевик. Дорогой. Улучшение завершено. Форму подается газ. Готовьтесь защищать верофагов. Твоя королева слушает. Так, а что у меня верофагов-то этих сколько? А, вот еще стоит. До этого не дойдут, наверное. Активируйте мост и уничтожьте улей. Очистите платформу от зергов. Что на этот раз? Неплохая защита. Так что все четко. Враг атакует улей. Твоя королева слушает. Все падут перед роем.
Моя королева, выполнив дополнительные задачи, ты повысишь свой уровень. Да ладно, не мороси. Так, 4. Доминионцы остановили подачу газа. Чтобы возобновить ее, понадобится время. Балийский наземный воздушный. Так. Гидролизка, потом мотолизков построить. Твоя королева слушает. Это мой мир. Мы адаптируемся. Рой, это я. Я позабочусь об этом. Сражение прошло успешно. Теперь лагерь под контролем Роя. Моя месть свершится. Твоя королева слушает. Невыполнимая команда. Так, гидролизки. Ты
Доминион снова подает газ на платформу. Так, а земный воздушный, он говорит. Платформа сама себя не очистит. За работу! Пещеру гидродиска, пещеру скрытия. Так, но ему-то риски. Платформа сама себя не очистит. За работу! Падут перед роем. Мрак атакует улей. Говори. Рой, это я. Так, что еще подмутить? Враг атакует улей. Враг атакует улей. На твою королеву напали. У тиранов закончился газ. Все падут перед роем. Разумеется. Все падут перед роем. Для нас нет преград.
Отлично. Первая лаборатория заражена. Ну, прикольно. Весперновый гейзер иссяк. Менгск будет страдать. Один гарнизон пал жертвой заражения. Так, еще по гарнизонам вроде. Доминион снова подает газ на платформу. Союзников под угрозой. Мы
здесь порядок. Враг атакует улей. Доминион уничтожил одного из верофагов. Лагеря не пострадали. Заразитель может повторно вживить верофага. А как он уничтожил-то? Какой он уничтожил меня? Враг атакует улей. Ничего не уничтожено. Враг атакует улей. Больше не поступает, моя королева. Наши зараженные атакуют снова. Опухоль атакована. Что на этот раз? Твоя королева слушает. Это мой мир. Я позабочусь об этом. Они атакуют нашу базу! И шагу назад! Я позабочусь об этом. Наши войска атакованы. Мы адаптируемся. Для нас нет преград. Говори. А, вот где. Заразили гарнизон. Моя месть свершится. Я позабочусь об этом.
Менгск будет страдать. На платформу снова подается газ. Я позабочусь об этом. Я чувствую, что на этой платформе есть другие гарнизоны. Разумеется. Заражение распространилось на ближайший лагерь. Три лаборатории заражены. Теперь биомасса твоя. У тиранов закончился газ. Рой, это я. Ну, погнали. Запуск ядерной нашейся. Атакованы. Мы адаптируемся. Это мой мир. Все падут перед роем. Минерал.
кристаллов выработана. Месторождение минералов выработано. Вперед! До входа рукой подать! Заражение распространилось на ближайший лагерь. Месторождение минералов выработано. Разумеется. Самое время. Эрги не должны прорваться внутрь. Убейте их! Они сами напросились. Самое время. Рой, это я. Наша миссия продолжается. Я позабочусь об этом. Моя королева, Рой готов вторгнуться в лабораторию по твоему приказу. Хорошо. Пришло время узнать, что там внутри. Так. А что было 60 противников, подчиненных боевыми единицами? Ну что там дальше тогда? С нами связалась мать стаи Нактул. Ей подчиняются другие нейтральные матери стай. Они чувствуют твою силу и желают присоединиться к Рою. Матери стай, услышьте меня. Я передаю вам координаты вражеских объектов в секторе. Уничтожьте их. Сожгите их крепости во имя вашей королевы. И тогда вы сможете стать частью Роя. Королева, мы исполним твою волю. С возвращением матерей стай, Рой снова станет единым. Ты очень близка к победе, моя королева. Моя королева,
Ты не пользуешься всеми доступными способностями. Советую заглянуть в личные покои. Станция Скайгер. Секретная оружейная лаборатория Доминиона. Центр по выведению гибридов. Что тебе известно о гибридах? Они сочетают, казалось бы, невозможное. Гены зергов и протосов. И эти существа повинуются Менгску? Он так думает. Но я в этом очень сомневаюсь. Эта лаборатория находится на задворках сектора, но охраняет ее не хуже Кархала. Видимо, тираны хранят здесь нечто ценное. Но подобные технологии недоступны инженерам Менгска. Возможно, им помог в этом некто, стоящий дальше на пути эволюции. Мы узнаем это, проникнув внутрь. Это место сделано из металла и камня. Почему? Ты не впечатлен? Изначально зерги не смогли бы построить ничего подобного. Мне не нужны стены. Я могу нарастить панцирь. Мне не нужно оружие. Я могу развить когти. С помощью стальных орудий можно создать кое-что посерьезнее, чем твои когти и панцирь. Их орудия неизменны. Я собираю. Я изменяюсь. Этот ничего не хочет сказать. Моя королева, тебя переполняет энергия. Тебе доступны самые мощные способности. Так, ну-ка. Капсулы. Изначальных зергов. 40 зерглингов, 5 тараканов, 5 гидролисков. Ну, даже не знаю. А вот Левиафан. Левиафана призывается ограниченным временем жизни. Он наносит значительный урон. Использует энергию для своих способностей. А здесь 300 единиц урона боевым единицам и 700 урона строению в указанной области. Взять Левиафана пока. А это как-нибудь в другой раз. Армия что-то не очень, а вот Левиафана интересно. Передовые войска Роя заняли вход в лабораторию. Гибриды находятся внутри. Там они и умрут. Короче, только эволюция муталиска открывается. Два уровня, но это ни о чем. Рука тьмы. Ладно, потом продолжу. Тут же сохраню.